Накануне в Нарьян-Маре произошла очередная кража имущества. Владелец одной из лодок по привычке оставил в маломерном судне канистру с топливом. При этом сама лодка находилась без присмотра и какой-либо охраны. Топливный бак присмотрел злоумышленник, который и похитил канистру вместе с содержимым. Вчера у нас снова было хищение. К сожалению, этот хозяин оставил имущество. Ну, в частности, бак с бензином в лодке. Именно в том месте, где мы с вами встречались на предыдущем репортаже. И, увы, значит, ну, данное имущество похищено. Понятно, что мы определенные усилия прилагаем для того, чтобы разобраться. В эфире нашего телеканала мы уже рассказывали о первых случаях хищения лодок, лодочных моторов и комплектующих к ним. Несмотря на многочисленные призывы сотрудников окружной полиции, жители региона продолжают оставлять свое имущество без присмотра, тем самым привлекая внимание злоумышленников.